Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Сегодня у нас 24 декабря, и мы с нетерпением ждем новостей по запуску монеты, подкрепленной золотом, Eagle Social Gold Coin. Компания опубликовала следующее обращение на английском языке, причем здесь содержатся схемы, которые я прокомментирую немножко позднее, а сейчас зачитаю для вас перевод на русский язык. Привет всем! Сегодня 24 декабря, и мы хотели бы сообщить о текущем состоянии дел. Первое. Объединение аккаунтов продолжается, и мы планируем завершить его завтра. Многие запросы на объединение аккаунтов поступают в последний момент, и нужно обрабатывать это вручную. Второе. Конвертация монет на нашей платформе произойдет завтра. Мы планируем опубликовать белую бумагу по Eagle Social Gold Coin сегодня. Важно понимать, что мы применяем уникальную модель, и первые в мире социальные монеты имеют международные патенты. Данные монеты подкреплены активами, которые сложно оценить, и стоимость этих монет будет опубликована в свое время. В новой системе для каждой монеты будут запущены токены, также готов к запуску бинарный маркетинг. Специальный скрипт для объединения будет применен уже сегодня. Четвертое. Первые 7 из более чем 30 бирж, на которых будет запущена наша монета, Huobi, Bitfinex, Poloniex, KuCoin, Binance, HitBTC, CryptoBull, и каждую неделю будут добавляться новые биржи. Задержки связаны с выпуском токенов и процессом регистрации на каждой бирже. Через 3 дня вы должны увидеть там наши монеты. На прошлой неделе наши юристы в Дубае подготовили текст договора с акционерами. Данный текст мы предоставили IT-отделу, и они опубликуют текст договора на платформе. Вы должны понимать, что с этого момента у нас новая компания Identification и новые обязательства перед партнерами в бизнесе. Пожалуйста, ознакомьтесь со структурой группы компаний, которой вы сейчас принадлежите. Шестое. Окончательную структуру компаний, а также бренд ID Identification вы увидите в белой бумаге. Также сообщаем, что против Eagle Betrayed на прошлой неделе были предприняты правовые меры в связи с нарушением контракта с их стороны. Восьмое. В нашем интернет-магазине уже загружено 200 тысяч продуктов, и следующий шаг – соединить это через API с нашей платформой. Девятое. В январе через API будут подключены банковские карты, и наша платежная система будет полностью функциональна. 10. Для мастеров и лидеров мы планируем организовать посещение нашей золотодобывающей компании АСВ и шахты в Бразилии. В середине февраля мы создадим пакеты с выгодными ценами для тех, кто хочет присоединиться к поездке и увидеть все своими глазами. Впереди еще большая работа. С одной стороны, мы уже многого достигли, с другой стороны, несколько разочарованы тем, что это занимает больше времени, чем ожидалось. Тем не менее, мы уже на финишной прямой. Думаю, что для завершения понадобится еще примерно 3 дня. Мы продолжаем работать даже в Рождество, чтобы все наши мечты исполнились. Добро пожаловать в нашу новую группу компаний и экосистему – руководство компаний. В документе опубликована следующая схема, в которой показана данная группа компаний. Итак, головная структура – это Phoenix Sheet Holdings, зарегистрированный в Дубае. PSC Investment также в Дубае. Группа компаний Telpop, это телекоммуникационная компания, зарегистрированная в Лондоне, в Бразилии, в Аргентине. Identification, Бразилия. Industria ID, Бразилия. KT Global, Бразилия. Compete, Бразилия. EKT Global, Багамы. Alsur, Бразилия. АСВ Бразилия, это, я так понимаю, как раз и есть компания, занимающаяся добычей золота в Бразилии. IDS Internet Бразилия, ID Driver Бразилия. То есть вот это все в совокупности есть группа компаний, которые входят в эту экосистему, о которой говорилось. На следующей схеме показаны 4 области. Электронная коммерция. И здесь упоминаются продукты Alibaba, Ronaldina, туризм, смартфоны, планшеты и сим-карты Telpop. То есть, я так понимаю, данные направления реализуются как раз на платформе электронной коммерции. Дальше. Электронные платежи. Сюда входят карты Visa и MasterCard, а также платежи с телефона на телефон.
Следующая группа – обмен, криптобанк, просто банк, physical exchange. Ну, вообще это можно перевести как физический обмен, правда, я с трудом представляю, что такое физический обмен. И 4 цифровых социальных монеты, о которых мы говорили. Ну, думаю, что позднее мы получим более детальную информацию. И электронное обучение. Сюда входит ID University, более 5000 различных курсов, видимо, из разных областей знаний, личностное и профессиональное развитие. То есть, по сути, это большая библиотека, в которую включено, ну, большое количество именно различных курсов, образовательных программ и так далее. Вот такая информация на сегодняшний день. Похоже, что дело действительно движется к завершению. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго!